Плохая погода никак не сказалась на замечательном настроении детей, которые спешили к Ледовому дворцу. Здесь их встречали гостеприимные и веселые Миша Потапыч с козочкой Глашенькой. Праздник прошел под девизом «Дети – будущее России». Организатором выступила общественная палата Одинцовского района, а свою помощь в проведении мероприятия оказали неравнодушные организации. Мы представили две площадки. Одна площадка – боулинг-клуба «Амбар», на которой проходит декорирование кеглей в стиле России, в стиле используя цвета нашего флага, триколор, и площадка супермамочек, на которой каждый участник может воссоздать свой дом, автомобиль, свою семью изобразить. Очень хороший праздник, всем отличного настроения, с Днем России! Здесь абсолютно каждый мог найти себе занятие. Ценителям интеллектуальных игр предлагали разместиться на красочных креслах-грушах и принять участие в викторине по истории России. Порадовали своими зажигательными выступлениями и спортсмены Федерации черлидинга Одинцовского района. У нас достаточно активная, такая яркая, современная программа. Ну и у нас творчество и спорт. Поэтому мы за спорт, за здоровый образ жизни, за красоту. На одной из площадок дети увлеченно декорировали настоящие кегли, предоставленные боулинг-клубом «Амбар». Супермамочки провели зарядку для самых маленьких, а члены команды «Много нас» Одинцова в специальной палатке были готовы оказать любую помощь мамам. Возле карты России многолюдно, ведь на нее каждый мог прикрепить стикер со своей заветной мечтой или добрым пожеланием. Мы с общественной палатой проводим такое мероприятие ко Дню России, как карта пожеланий, когда мы приглашаем всех прохожих, жителей написать поздравления с днем рождения своей родине, своей России. Не обошлось и без музыкальных сюрпризов. Своим вокальным мастерством гостей порадовали Екатерина Нефедова и ведущая праздника Екатерина Якимчук. Общее настроение праздника победило погоду. Горячий чай с угощениями, море подарков, конфет, воздушных шаров. Дети были рады всему. Кто-то из них на стикере написал: «Пусть страна процветает и мирного неба над головой». К этим пожеланиям присоединились все участники акции. Дарья Киреева, Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».